Глава администрации столицы Алексей Ладыков подписал документ, который отменяет закрытие маршрутов номер 34, 36, 49 и 65. Кроме того, изменится количество единиц транспорта на ряде других маршрутов. Такое постановление принято после решения арбитражного суда Чувашии. Напомним, что в Чебоксарах при реформе транспортной инфраструктуры предполагалось закрыть 20 маршрутов и изменить еще 18. И еще одна информация, которая касается транспортного обеспечения Чебоксар. 24-й автобус, который ходит до микрорайона Соляное, будет ездить чаще. Теперь жители Соляного смогут уезжать до центра города каждые полчаса, а в часы пик каждые 15 минут. На маршруте увеличили количество единиц автобусов.